батл между такой. И стена такой. Начнем с этого варианта. Ну, в целом юзабельно, конечно. Можно привыкнуть. Вариант номер два. В этом моменте, конечно, проигрывает сильно. Но в целом довольно-таки неплохо. Итак, для объективности даем еще один шанс. Первый тест нормально. Второй тест превосходно. Ну, на этой даже слишком много. То есть вот это вот оптимальный вариант. Точно так же ракушку, бантик или макарон наколоть будет очень даже легко. Перерезает нормально. Все-таки компактность выигрывает даже у такого аппарата, как обычная, практически обычная складная вилка. Особенность в том, что эта вилка у нас при прохождении через рамку металлоискателя практически не фиксируется, а эту могут определить как нож. Поэтому делайте сами выводы.
компактность играет неоспоримое преимущество при выборе данной вилки. Стоит также обратить внимание на то, что там есть столовый нож. Не такого плана, но тоже выдвижной, с закругленным носиком для масла. Итак, вердикт. Бесспорный лидер нашего хит-парада. Ну, списывать ее тоже со счета не стоит. Эта вилочка тоже в чем-то хороша. Скажем так, для ребенка, для каких-то салатиков, для нарезки самое то. Для того, чтобы поехать куда-то на долгое расстояние, дошик тот же самый заварить с мивинкой. Прям вообще милое дело. И еще радует то, что она совершенно безопасна, закрыта. Вот это тоже закрывается, но весит больше. Металлосадка.